А готовится у нас Колупаева Марина. А у микрофона? А у микрофона Гончарук Валерия, 21 год, инженерно-экономический институт, рост 1,64 м. Добрый вечер. Во-первых, моя фамилия Гончарюк, через «ю», а не через «о». Простите. Итак, мне 21 год, из них я 15 лет танцую. Я закончила Малую академию искусств по классу народная хореография с одной единственной четверкой, к сожалению, по классическому танцу. Я как раз-таки была в первом составе чирлидинга при «Нефтегазе». Можно сказать, заложила основу, помогла заложить основы сильной команды. Через чирлидинг, грубо говоря, я попала в команду «Формула Нефтегаз», ныне «Нефтегаз Инжиниринг». И последний год я была там в качестве инженера. Сейчас? Нет, сейчас я больше не в команде инженера. Да нет, я случайно сейчас. На данный момент я работаю в компании «Шлюмбж», я специалист отдела логистики и А где находится сейчас «Шлюмбж» офис? В бизнес-центре «Магеллан». Отличный ответ. Вы знаете, с чувством важности, я смотрю, у вас нет проблем. Поэтому, да, вот это вот заложить основы. А что вы готовы еще заложить в основу? Да. В основу чего? Ну, чего-нибудь хорошего, доброго. Дерево там посадить, воду очистить. У нас год экологии. Я знаю, что у нас год экологии, я учусь на безопасность технологических процессов. Нет, еще мы не спросили, где вы учитесь, что вы готовы. Экологических процессов. Ну вот, это импровизация, госпожа, ну что вы? Я понимаю. Ну как мы чистим воду? Давайте с этого начнем. Как мы чистим воду? Мы используем различные фильтры различной степени очистки. А вы как чистите воду? В том числе и с фильтрами. А кто известный тюменский профессор, который создал фильтры, которыми чистили Мексиканский залив, когда была авария? А вот вы знаете, я сегодня рыбка, и я забыла эту информацию. Сегодня вы рыбка, завтра вы кто? Завтра посмотрим по настроению. Прикольно. Через 5 минут выйдешь на сцену, скажешь, кто-то еще. Рединский его зовут. А, скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы работаете в «Шлюмбж» и третий курс, да? Четвертый. Четвертый курс. То есть вы сейчас выходите на диплом. Вы понимаете, что подготовка к конкурсу у вас будет занимать целый месяц непрерывной постоянной работы? Вы готовы жертвовать учебой? Мне удается совмещать, извините, пожалуйста, что я вас перебила, мне удается совмещать работу на полный день, учебу, и я сейчас еще продолжаю танцевать. А поэтому есть? Мои друзья и семья еще не уходят на задний план. Для конкурса я найду время. Так, работа, карьера, учеба. Друзья. Для чего вы пришли на этот конкурс? Наверное, раньше мне не хватало уверенности для такого конкурса, а сейчас я подумала, что, ну, четвертый курс, и больше такой возможности не будет. Пой. Я не пою. Молодец. Следующая.